В этом мадридском госпитале проходит лечение первый пациент, заразившийся лихорадкой Эбола за пределами Африки. Им стала медсестра, ухаживавшая за двумя священниками, которые подхватили вирус в Либерии и Сьерра-Леоне и вернулись в Испанию для лечения. Вскоре по прилете на родину оба скончались. Муж заразившейся женщины помещен под карантин. Более 20 ее коллег также находятся под наблюдением врачей. Сотрудники госпиталя, в котором лечат медсестру, выражают обеспокоенность. «Действительно удивительно, — говорит одна из них, — что это произошло, несмотря на все меры предосторожности. Нам ничего не говорят, — жалуется другая. Я думаю, они должны объяснить, что произошло и в чем была ошибка». Жители Алькаркона, пригорода испанской столицы, где изначально госпитализировали с симптомами лихорадки заразившуюся медсестру, тоже встревожены. Они считают, что врачи не соблюдали необходимые меры предосторожности. «В приемной члены ее семьи были вместе с другими людьми, — говорит жительница Алькаркона. Так что сейчас все боятся, но мы надеемся, что никто не подхватил вирус. Что будет, то будет». По словам врачей, заболевшая медсестра дважды входила в палату к умершему от вируса Эбола священнику и лишь один раз после его смерти. Сразу после этого она ушла в отпуск и спустя 5 дней почувствовала недомогание. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.